я считаю, что первый период еще как-то парни, скажем так, сейчас эмоции, да, трудно собрать мысли. Отыграли, скажем так, это как не плей-офф игра была, что первый, что второй период. Проснулись только в третьем периоде, да, где проявили парни характер, показали, как надо играть игры плей-офф, как нужно вытаскивать матчи. И никогда нельзя опускать рук, нужно биться до конца, неважно какой счет. И мы рады, что мы победили и вышли в следующий раунд плей-офф, это полуфинал, да. Хочется поблагодарить команду «Хумо», очень хорошая, мощная серия, интересная. И парни выложились, поэтому всем спасибо огромное, болельщикам спасибо за поддержку, они сегодня нам очень сильно помогли. Ну, сегодня, я думаю, мы сыграли 55, хороший хоккей. Первый гол необязательный, сами все забили. Ну и в концовке должны были там забивать пустые ворота. Этот шанс упустили. Ну и как в хоккее говорится, не забиваешь ты, получаешь. Ну, воротами бросок соперника и эту серию, ну, решили в свою пользу. Я поздравляю команду Сырарки с победой в этой серии. Получилась очень интересная игра. Ну и скажу по своей команде, то, что ребята играли, бились, отдавались. У нас очень много молодых ребят, которые еще не играли на этом уровне. То же самое и вратарь. Я думаю, для них это хорошая школа для будущего. Ну а по сезону хочу сказать, ребята молодцы, работали, старались. Это самое главное. Ну, молодцы они, использовали свои шансы. Опытная команда, в нужный момент забивали, равные команды, две равные команды. Где-то и счастье было на стороне Сырарки. Ну и есть причина, о которых не хочется сейчас говорить. Перед плей-оффом получилось там, ну, неважно. Ну а так я еще раз говорю, обе команды могли выиграть. Сырарка выиграл, с чем я и поздравляю.